Городской бюджет представили на публичных слушаниях. Проект документа заслушали в администрации города. Бюджетные траты в 2019-м будут распределены по 18 муниципальным программам. В городе сохранены меры соцподдержки. Продолжится исполнение майских указов президента. Ремонт школ и детских садов. Формирование комфортной городской среды. Будет расширена практика применения бюджетных инициатив граждан. Вовлеченность граждан в бюджетные инициативы приводит к росту заинтересованности общественности. Бюджетная информация обеспечивается причастность граждан к решению насущных проблем общества, способствует развитию гражданского общества, развитию общественного контроля. В следующем году преимущественно будет учитываться общественные инициативы, связанные с улучшением внешнего вида города и формированием комфортной городской среды. Прогнозируемые доходы в 2019 году составят 4 миллиарда 712 миллионов рублей. По-прежнему большая часть, 89%, это безвозмездные поступления из окружного бюджета. Собственные доходы муниципалитета составят 503 миллиона рублей. В структуре расходной части лидирует сфера образования. На нее запланировано более 2 миллиардов рублей. Далее следуют расходы на социальную политику и на жилищно-коммунальный комплекс. У каждого участника публичных служб была возможность высказать свои мнения по совершенствованию бюджета и задать интересующие вопросы. Большинством голосов проект бюджета был принят. 6 декабря документ представят депутатам городской думы.